Оперативники столичной милиции при силовой поддержке ОМОН ГУВД задержали двоих 20-летних жителей Минской области, которые причастны к угону автомобилей. Накануне ночью молодые люди приобрели на заправке алкоголь и употребили его. Затем они вошли в ближайшее незапертое здание, где располагалась автошкола, сбросили на пол монитор и вырвали камеру видеонаблюдения. После этого молодые люди оказались на парковке станции техобслуживания. Там они попытались завести машины. Одна не завелась, вторая заглохла, а на третьем авто они смогли уехать, но попали в ДТП. Оставив место происшествия, мужчины скрылись, однако были задержаны в течение дежурных суток. Также известно, что несколькими днями ранее они же во Фрунзенском районе города Минска разбили кирпичом окно в припаркованном автомобиле и попытались завести его без ключа, однако безуспешно. Оба фигуранта нигде не работают и не имеют права управления транспортным средством.